Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и вы знаете, у меня на канале было дохрена всяких Соников Экзе, но вот Соника Икс Экзе у меня еще не было, это что-то новенькое. Это тот самый, я так понимаю, Соник Икс, который из мультсериала Соник Икс, как ни странно, да, соответственно. Я его никогда не смотрел, но вот сейчас вот как раз ознакомлюсь с какими-нибудь персонажами. Например, с вот этим вот кентом, который там вот стоит закрытый за логотипом. Что это за пацан такой, я не знаю, честно говоря. Старт, короче, начинаем. Что это такое? Акт первый. Окей, первый акт сейчас будет. Давайте, подготовимся. Смотрите, что нас ждет? Скорее всего, наверное, уровень с Тейлзом будет, да? Да, только он немного не такой, как обычно. Смотрите, получается, я так понимаю, что вот так вот Тейлз выглядит в мультфильме Sonic X. Он так анимирован, по-видимому. Такой вот, знаете, такие у него движения, наверное. Он так вот стоит тоже руками. Маш, не знаю, не уверен. Одно знаю. Везде, где бы Тейлз ни был, он всегда любит собирать вот такие колечки. Вот у них это, знаете, что у Тейлза, что у Соника, что у Наклза. У них это вот реально такое вот увлечение, по-видимому. Колечки это просто не могут остаться в стороне. Что с моим торнадо? Кто мог сломать и окровить его? Окровить торнадо, ребят. Кто мог окровить торнадо? Я не знаю, может у торнадо месячные. Может быть ты случайно изобрел торнадо-женщину. И сейчас то самое время. Ну, понимаешь, Тейлз, ну, ты, конечно, парень-то умный, но надо же было догадаться, что лучше бы ты Ой! Я чё, на Соника наткнулся? Я его еле-еле-еле заметил, потому что, блин, камера быстро, быстро очень идет. Так, акт 2. Сейчас мы будем играть за Шэдоу, я так понимаю, судя по всему. Не за Наклза, а за Шэдоу, потому что он был нарисован. Ну, давай. Акт 2. Вот он, Шэдоу, так, идиот, смотрите. Опять-таки он анимирован, он может даже прыгать, перепрыгивать через всякие непонятные унитазы зеленые какие-то. Тут растет какая-то конопля, просто обосраться, здорово, да. Давай забалдеем, Шэдоу, а что делать, чё бы нет. Так, монетки, конопля, он прям в рай попал, чувак, вообще, знаете. Ну, не монетки, а колечки. Ну, здесь это аналог монеток, можно, может быть, что это было? Я не понял. Что на меня напало? Это был Sonic X? Почему? Я его даже не успел разглядеть. Он очень быстро атакует. И в прошлый раз... Во! Да-да-да! Так, наверное, надо прятаться, да? За кустом, типа. За кустом спрятался и стоишь. И он не заметит. Вот зачем это нужно. Так. Ну и чё, и где он? Куда он делся-то? Музыка жуткая. Музыка довольно жуткая играет. Так, надо справиться, надо пройти. Сначала не хочется начинать опять, потому что мы довольно далеко дошли. Ну, блин, ну... А, это изумруд, я думал, это зеленый унитаз, типа, не, это зеленый изумруд. Я так понял, слушай, может быть, отдать ему этот сраный изумруд, пусть он отвянет от меня, в конце концов. Он вообще... Это сам, он меня видит за кустом-то? Может быть, просто он, я как бы за кустом стоял, он все равно опал. Есть ли смысл стоять за сраным кустом? Вот мой вопрос, скажем так. Как избежать вот этого всего? Может, надо встать, подождать просто? Так, 3 минуты 52 секунды у нас. Ну, он опять меня спалил! А что мне делать? Да перепрыгивать через него, что ли? Главное поймать момент. Так. Ну где ты там? Давай. Ну давай, Соник. Ну в конце концов. Ну я жду. А, блин, я не успел. Тут надо так резко прям. Не знаю. Я так резко не смогу, наверное, сделать это. Даже если меня кто-то сзади в спину уколет. Ну правда, как? Так. О, смотрите, я дошел до нового, до чего-то. Есть! Все. Перелетел через этого гондона. Так, и что? Что это? Я ничего не... Я даже прыгать уже не могу. Все, ребята, это конец. Капздец мне. А-а-а, вот оно что. Вот оно значит что. Ну да, кто-то удивлен, я не очень. О, как жутко-то. Акт третий. Ага, вот, мы играем за этого анимешного лупоглазого мальчика, да? Ну, хорошо. Он прыгать не может, он может только идти вперед. Ну, оно, в принципе, и к лучшему, я уже напрыгался. С меня хватит прыжков этих сраных, реально, ребят. Он так прямо, слушайте, рассекает просто, знаете, прям пространство своими шагами. Как он эффектно, как он гладенько так мчится вперед. Прямо, знаете, вот... Так их думаешь, мечтатель, великий мечтатель. О, припер... Так это обычный Соник был! Чё такого? Он обычный! Обычный добрый Соник был! Чё мы ссым-то? Чё мы боимся? Так, опять... О, ну все. Ни хрена себе у него голова, он что, великий ученый что ли? Чё он такой головастый-то, блин? Игра окончена. Чё он там теребит? Соник там теребит прям по-жесткому своими пальцами воздух. Наверное.
Так, я надеюсь на это. Надеюсь, что ничего там у какого-нибудь человека-невидимки не теребит. Что за фигурки? Это они просто все окровавлены. Вот это Тейлз! Вот это там с самого края Тейлз. Это что за крыса там такая? Не могу разобрать. Окей, ладно. Спасибо за игру. Нажмите Enter, чтобы выйти из игры. Автор Тейлз Ромер. Вот так вот, Тейлз Ромер. Не за что. В принципе, было прикольно. Но уровень с прыжками, конечно, заставил помучиться. Ну да ничего. Опять что-то пишут нам тут по китайско-японско-корейскому языку. Но я все равно в нем ни черта не понимаю. Поэтому переходим к следующей игре. О, стоп! К следующей игре. Так, не все еще ни хрена. Написано было спасибо за игру, я нажал Enter и продолжилось. А я уже хотел браузер открывать, искать что-нибудь на сегодня второе. Ну ладно, вот смотрите. Получается, это приключение этих наших ребяток в аду, наверное, да? Я так подозреваю. Вон там опять перестрелки идут мощные, жесткие. Да. Вы не волнуйтесь, мэм. Я уже иду. Я уже спешу на помощь. Прям невероятно просто спешу. Правда, что-то конца и края нет этому всему, на самом деле. Может быть, сейчас опять обычный Соник появится, типа. Ты не сбежишь. Там это, мягкого знака немножко не хватает. По-видимому, автору от учительницы по-русскому удалось сбежать. Ты моя жертва. Окей, хорошо, я понял. Я твоя ж... А может, сбежим? Нет, как бы я мог бы сбежать на самом деле, но тогда эта игра не закончится, поэтому... Я бог, я чувствую твою душу. А вот это значит уже конец. Ну ладно, хорошо, он чувствует мою душу. Я очень рад, Соник, что ты такой чувственный у нас молодой человек. Ну чё, какие выводы можно сделать? Трешак полнейший трешак с неожиданной концовкой достаточно. Соник почувствовал нашу душу как следует. Надеюсь, что только душу почувствовал и больше ничего. Давайте, наверное, все-таки тогда какую-нибудь еще игру посмотрим на сегодня. Sonic Racing Zone. Соник у нас уже управлял на моем канале и мотоциклом управлял. Была у меня там такая жутко хардкорная игра Sonic Motorbike. И на самосвале каком-то грузовике он уже ездил тоже недавно. Поэтому почему бы ему не поездить на вот такой вот замечательной машине, которая улыбается нам, судя по всему. Ну да, довольно жуткой улыбкой на самом деле. Понеслась, играть, давайте посмотрим. Выберите символ, ну вот неплохой символ, я считаю, это все-таки Соник. Уровни, так, окей, 3, 2, 1, погнали, гоу. Ну, а как гоу, а что ты не гоу, гоу давай. Какой кнопкой надо, так, надо было все-таки управление-то посмотреть, наверное. Смотрите, нужно нажимать... А, вверх нужно нажимать! Вот так вот, ребята, чтобы наш... Извиняюсь, так, повторить. Давайте-ка повторим. Нужно нажимать вверх, чтобы Соник ехал, что называется, вправо. Это логично, да. И при этом желательно не переворачиваться. Так, вот Эми мы должны обставить. У нас, в принципе, это выходит. Давай, глотай мою пыль, девчонка. Ха, что ты думала? Соревноваться с Соником в скорости. Соник... А там еще какой-то крендель был. Я думал, у меня там с Эми интимная обстановка, а там какой-то мудила затесалась третьим лишним. Ну окей. Пока я первый, пока я справляюсь. В принципе, достаточно неплохо. Чертил, откуда ты там вылез? Давай назад. Все, Соник победитель, ничего не знаю. Победа, следующий уровень, погнали, уровень номер 2. Слушай, все, наверное, проходить не будем, я думаю, там хардкор пойдет. Ну, посмотрим, как получится, вдруг получится, не знаю. Так, значит, колечко я забрал или кто? Получается, кто первый, тот и забрал, да? Да, мне как-то вроде я, кольца не насчитываются или насчитываются. Так, не понимаю. 12. Мне только время там считается. Тихо. Соник, погоди. Соник, не спеши. Так, окей. Гоу, давай. Какой-то там педрило что-то прокукарекал этот гоу. Так, знаете, по-педрильному, по-другому не скажу. Так, окей, давайте теперь, наверное, готовиться к тому, чтобы вот на этом вот этапе не обосраться. Вот на этом, да, нужно маневрировать. Давай, маневрируй. Маневрируй, собака, маневрируй, скотина такая. Аккуратно, осторожно. Вот. Догоняют. Они же тоже маневрировать должны. Почему они так быстро едут? Ни хрена себе! Не-не-не-не, это давай вот и без этих вот полетов, слышишь? Это самое. Ой-ой-ой, как колеса уж прогнулись. А, не-не, обгоняют нас. Слушайте, интересно. И такой адреналин, вы знаете, на самом деле, я вам должен сказать. Вот! Вот это я понимаю. Вот тихо! Да, ускоряйся! Ты чё так тормозишь-то? Там финиш уже, наверное, вот-вот!
Ну, в самом конце обосраться, она же приехала. Она приехала уже там везде. Везде, где надо было приехать, уже приехала она, понимаешь? Она, а не ты. Почему она? Почему не ты? Давай, еще раз пробуем. Сейчас получится по-любому. Надо как минимум, я считаю, 3 уровня в этой игре осилить. Вот я ничего не знаю, но 3 уровня осилить мы должны. У-у-у! Стой! Стой, Соник. Соникушка, погоди. Соникушечка ты моя. Так, давай, вот так. Вот так. Ой, сейчас, аккуратно. Ля-ла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 . А Соник лучший гонщик. А Эми, проиграй и свари-ка ты мне борщик. Ха! Какая ошибка? Какая ошибка нахрен? А что сейчас-то было? Я же не умер. Тут это подстава вообще дебильная, совершенно какая-то конченая. Что сейчас было? Что сейчас произошло? Я ехал себе, ехал нормально. Пел песенку. Наверное, это Эми подставу сделала, потому что слышала, что она типа должна борщ варить. Она, наверное, может быть феминистка. И она сказала: ах ты мужлан! Опять вот эти вот гендерные стереотипы. Да, вот тебе скотина. И взяла и обрубила мне игру. Я другого объяснения не вижу, потому что ничего не произошло. Единственное, я думаю, что может быть колеса прогнулись и Соник головой задел пол. А из-за того, что он головой задел пол, игра засчитала мне типа проигрыш. Так, заскриптовано тут. Ну, я так думаю, я не знаю на самом деле. Я не могу понять, если честно. Давайте вообще не будем тормозить, будем только маневрировать. Вот так вот, да. Ой, ну вот, ну тут опять на том же месте. Ну ты что, тупой, что ли? Быстрей! Ну быстрее! Это невозможно! Я не понимаю, с ним там что-то происходит. Он. ТТМ скоростная, блин, на какой машине она едет вообще? Я не понимаю, да. На этой розовом лесбийском кабриолете, блин. Отвали уже от меня с ним. С этой тачкой, блин, грёбан. Давайте еще раз пробуем. Так, смотрите. Оп! Отлично! Ладно! Можно и так, почему бы и нет, почему бы и не так. Давай, меня устраивает вполне. Так, тихо. Вот сейчас вот где-то вот здесь вот будет. Надо будет не очень сильно лететь, понимаете. Надо будет вот так помаленечку. Вот во время вот таких вот полетов мы, короче, должны не очень сильно давить на газ. И все будет хорошо, наверное. Я так думаю, мне кажется, что именно так. Давайте, вот, так, смотрите. Вот он, вот этот холм. Вот здесь я постоянно просирал. Давай, ускоряемся. Это финиш уже был. Это уже был финиш. Следующий уровень. Третий уровень. Давайте, сейчас последний уровень пройдем. Просто по полной программе все. Все Эми обдрищутся от зависти. От того, как мы будем ездить этот уровень. Давайте, третий уровень. Это легко будет. Это будет легко. Вот, смотрите, мы нормально держимся пока что. Да, мы пока что еще не обогнали. Но все впереди. Слушайте, ну мы прям в хвосте плетемся и все. Я не понимаю. Как-то надо уже... Так. Вот. Отлично. Хорошо. Вот это другой разговор. Так, сейчас мы, короче, на газ сильно не давим. Теперь вот так вот. Сейчас пройдем с первого раза. С первого раза сейчас обставим всех этих Эмей. Не знаю, Ружев кто-то. Кто там? Я не видел, кто там сзади, если честно. Шедуов, Тейлзов, Кнуклизов и прочих. Давай уже финиш. Финиш. Отлично. Ну... Не знаю, следующий уровень... Да хватит с меня, хватит. По-моему, этого вполне достаточно. Давай в главное меню выйдем, посмотрим вот на эти картинки. Не знаю, может быть, я это дело допройду потом, когда-нибудь. Знаете, как я это обычно делаю? Если попадется какая-то, там, например, короткая Sonic X игра, надо будет сделать видео чуть подлиннее, я вернусь снова сюда, и мы тебя, Эми, вот так вот просто отдрючим по полной программе. Но пока что, я думаю, на этом хватит, чтобы не затягивать, так как игра, согласитесь, разнообразием особым не блещет. Ну, в любом случае, было весело. Те вот 10 минут или сколько я на нее потратил, они реально того стоили, потому что реально адреналин чувствуешь, когда не хочешь, чтобы эта сволочь перевернулась, она улыбается вот так вот отвратительной улыбкой и все равно падла такая переворачивается. Ну ладно, это все уже в прошлом, пока что на данном этапе, потом, как я уже говорил, может и продолжим. На этом все, если понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, жмите поделиться, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании, и все на этом, всем счастливо, всем удачи, всем пока.